Итак, друзья мои, в Гурзуфе Свято-Успенский собор является одной из главных христианских святынь поселка. Архитектурный объект построен в 2006 году вместо церкви Успения Пресвятой Богородицы, который служил приходом для местного населения с 1890 по 1935 года. Первый храм построен на средства купца, промышленника Губонина Петра Ионовича. На старых фотографиях видно, что в 19-м, начале 20 веков храм находился гораздо ниже и ближе к морю. При советской власти в 1935 году собор снесли, и на его месте появилась лечебница, санатория для военнослужащих. Позже уже, поскольку возможности отстроить храм на старом месте не нашлось возможным, возвели его немного восточнее. Строительство новой Успенской церкви началось в 2004 году. К сожалению, святыню нельзя было возвести на старом месте, так как по-прежнему там располагался корпус военного санатория. Поэтому местные власти выделили под строительство другой участок земли. Время шло, и в 2004-м вот прихожане самостоятельно уже стали собирать пожертвования на строительство храма. Затем появились меценаты, и уже 2 июля 2007 года состоялось торжественное освящение церкви. Новый четырехугольный храм с апсидой, увенчанный 5 позолоченными куполами и украшенный большими арками-входами и лестничными маршами, украсил поселок над морем. Величественный собор в византийском стиле не просто украсил Гурзуф и стал местом паломничества туристов, но и стал духовным центром для местного православного населения. Церковь вновь стала оплотом православной веры для жителей поселка и ее гостей. Она вернулась, чтобы заявить о торжестве православия и веры над атеистической глупостью, ставившей в основу своего бытия разрушение объектов культурного наследия. Исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница, вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю